Встречали ли вы розы с ароматом клубники? Кустовые, плетистые, чайно-гибридные. Цветы необычных сортов и расцветок увидела наша съемочная группа в розарии Мамонтовского района. Глория Дэй, Бургунд, Скарлетт Стар, Виолет Парфюм. В розарии можно увидеть и ощутить аромат тысячи цветов. Кроме роз, здесь растут 96 видов кустарников и трав родом из Кавказа, Прибалтики, Европы и даже Америки. В проекте розария учли фазы цветения каждого растения, поэтому с мая и до самой осени это место превращается в настоящий цветущий сад. Сейчас розарии обновляют новыми сортами, ведь первые из них высажены 30 лет назад. Цветник Мамонтовского района – не просто любимое место отдыха для местных жителей и гостей села. Здесь проводят выставки и мастер-классы, а 4 года назад в розарии начали проводить еще и церемонии бракосочетания. Многие люди ходят сюда отдыхать, нравится, красиво здесь. Но роза как королева цветов всех, она самая красивая всех цветов.